Всем привет! Сегодня буду вязать детское платье. На спице предварительно розовой ниткой у меня набрано 154 петли. Первые 4 ряда буду вязать розовой ниткой лицевыми петлями. Следующие 2 ряда продолжаю вязать лицевыми петлями, только уже белой ниткой. Следующие 2 ряда, 7-8 ряд, продолжаю вязать лицевыми петлями, но уже розовой ниткой. Следующие 22 ряда продолжаю вязать лицевыми петлями, только уже белой ниткой. Провязала 22 ряда. Дальше буду продолжать вязать белой ниткой по такой схеме. Начинаем вязать узор. Первая петля кромочная, вторая петля лицевая, одна петля лицевая, один накид, одна протяжка простая, двадцать петель лицевых, дальше 2 петли вместе лицевой, 1 накид, и снова повторяем: 1 лицевая петля, 1 накид, 1 протяжка, 20 петель лицевых, петли вместе, 1 накид. По такой схеме вяжем до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли. Последние 2 петли вяжем лицевыми петлями. Второй ряд продолжаю вязать белой ниткой. 1 петля кромочная, 1 петля лицевая. Дальше вяжем 1 петля изнаночная, 22 петли лицевые,
петли изнаночные. И снова вяжем 1 петля изнаночная, 22 петли лицевые, 2 петли изнаночные. По такой схеме продолжаем вязать до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли. Последние 2 петли провязываем лицевыми петлями. Следующий, третий ряд. Вяжем 1 петля кромочная, 1 петля лицевая, дальше 2 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка, 18 петель лицевых, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. И снова вяжем 2 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка, 18 петель лицевых, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. По такой схеме вяжем до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли. Последние 2 петли вяжем лицевыми петлями. Четвертый ряд. Вяжем 1 петля кромочная, 2 петля лицевая. Дальше вяжем 2 петли изнаночные, 20 петель лицевых, 3 петли изнаночные. И снова 2 петли изнаночные, 20 петель лицевых, 3 петли изнаночные. По такой схеме вяжем до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли, которые будем вязать лицевыми петлями. Пятый ряд буду вязать 1 петля кромочная, 2 петля лицевая. Дальше 3 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка, 16 петель лицевых, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 2 петли лицевые. И снова 3 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка, 16 петель лицевых, 2 петли вместе лицевой, 1 накид,
Лепим лицевые. По такой схеме вяжем до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли. Последние 2 петли вяжем лицевыми петлями. Шестой ряд вяжем. Первая петля кромочная, вторая петля лицевая. Дальше вяжем 3 петли изнаночные. Восемнадцать петель лицевых, четыре петли изнаночные. Так вяжем до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли. Последние 2 петли вяжем лицевыми петлями. Седьмой ряд. Вяжем первая петля кромочная, вторая петля лицевая. Дальше вяжем 1 лицевая петля. Один накид, одна протяжка. Одна лицевая петля, один накид, одна протяжка. Дальше 14 петель лицевых. Петель лицевых провязала, дальше 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 лицевая петля, снова 2 петли вместе лицевой, 1 накид. Снова вяжем 1 лицевая петля, 1 накид, 1 протяжка. Снова 1 лицевая петля, 1 накид, 1 протяжка. Дальше 14 петель лицевых. Дальше 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая, снова 2 петли вместе лицевой, 1 накид. В такой схеме вяжем до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли, которые будем провязывать лицевыми петлями. Восьмой ряд вяжу. Первая петля кромочная, вторая лицевая. Дальше вяжу 4 петли изнаночные. Шестнадцать петель лицевых. Пять петель изнаночных. И снова 4 петли изнаночные. Шестнадцать
16 петель лицевых, 5 петель изнаночных. И так вяжем до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли. Последние 2 петли вяжем лицевыми петлями. 9 ряд вяжем. Первая петля кромочная, 1 петля лицевая, 2 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка. Одна петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. Двенадцать петель лицевых. 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая, и снова 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 лицевая, и снова 2 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка. 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка, 12 петель лицевых, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 лицевая. По такой схеме вяжем до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли. Последние 2 петли вяжем лицевыми петлями. 10 ряд вяжем. Первая петля кромочная, 2 петля лицевая. Продолжаем вязать по такой схеме. 5 петель изнаночных, 14 петель лицевых, 6 петель изнаночных. Снова 5 петель изнаночных, 14 петель лицевых, 6 петель изнаночных. И так вяжем до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли. Последние 2 петли вяжем лицевыми петлями. 11 ряд вяжу. Первая петля кромочная, 2 петля лицевая. Дальше вяжем 3 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка. 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. 10 петель лицевых, 2 петли вместе лицевой,
1 накид, 1 лицевая петля. 2 петли вместе лицевой. 1 накид, 2 петли лицевые. И снова 3 петли лицевые. 1 накид, 1 протяжка. Одна петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. Десять петель лицевых. Две петли вместе лицевой. Один накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 2 петли лицевые. И так вяжем до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли. Последние 2 петли вяжем лицевыми петлями. Двенадцатый ряд. Первая петля кромочная, вторая петля лицевая. Дальше вяжу по схеме. 6 петель изнаночных, 12 петель лицевых, 7 петель изнаночных. И снова 6 петель изнаночных, 12 петель лицевых и 7 петель изнаночных. 13 ряд вяжем. Первая петля кромочная, вторая лицевая. Дальше вяжем по такой схеме. 1 петля лицевая, накид, 1 протяжка. 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. Дальше 8 петель лицевых. 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. 2 петли вместе лицевой, 1 накид. И снова повторяем. 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. Дальше 8 петель лицевых. 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. 2 петли вместе лицевой, 1 накид. И так вяжем до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли. Последние 2 петли вяжем лицевыми петлями.
14 ряд вяжу первая петля кромочная, вторая лицевая, дальше вяжу по схеме 7 петель изнаночных, 10 петель лицевых, 8 петель изнаночных. И снова 7 петель изнаночных. Десять петель лицевых, 8 петель изнаночных. И так вяжем до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли. Последние 2 петли вяжем лицевыми петлями. 15 ряд вяжем. Первая петля кромочная, вторая лицевая. Дальше вяжем по такой схеме. 2 петли лицевые. Один накид, одна протяжка. 2 петли, 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. 6 петель лицевых. 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 лицевая. И снова повторяем, 2 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка, 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. 6 петель лицевых. 2 петли вместе лицевой, накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 лицевая. Так вяжем до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли. Последние 2 петли вяжем лицевыми петлями. 16 ряд вяжем. Первая петля кромочная, вторая лицевая. Дальше вяжем по такой схеме. 8 петель изнаночных. 8 петель лицевых. 9 петель изнаночных.
снова 8 петель изнаночных. Восемь петель лицевых. Девять петель изнаночных. И так вяжем до конца ряда, пока на спице не останется две петли. Последние две петли вяжем лицевыми петлями. Следующий 17 ряд вяжем первая петля кромочная, вторая лицевая, и дальше по такой схеме 3 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка, 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка, 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. Дальше 4 петли лицевые, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид и 2 петли лицевые. Снова повторяем 3 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка, 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка, и еще один раз 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. Дальше 4 петли лицевые, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 протяжка, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая, извиняюсь. 2 петли вместе лицевой, накид и 2 петли лицевые. И так вяжем по такой схеме до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли. Последние 2 петли вяжем лицевыми петлями. Восемнадцатый ряд. Буду вязать первая петля кромочная, вторая лицевая. Дальше вяжу по такой схеме 9 петель изнаночных. 6 петель лицевых. 10 петель изнаночных. И снова 9 петель изнаночных.
6 петель лицевых, 10 петель изнаночных. И так вяжем до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли. Последние 2 петли вяжу лицевыми петлями. Девятнадцатый ряд. Вяжу первая петля кромочная, вторая лицевая. Дальше вяжу по такой схеме. Одна петля лицевая, накид, одна протяжка. 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 Дальше 2 петли лицевые. Две петли вместе лицевой. Накид. Одна петля лицевая. Две петли вместе лицевой. Накид. Одна лицевая. Две петли вместе лицевой. Накид. Одна лицевая. 2 петли вместе лицевой, накид. И снова повторяем. 1 петля лицевая, накид, 1 протяжка. Снова 1 петля лицевая, накид, 1 протяжка. 1 петля лицевая, накид, 1 протяжка. Еще раз. Одна петля лицевая, накид, одна протяжка. Дальше 2 петли лицевые. Две петли вместе лицевой. Накид, одна петля лицевая. Две петли вместе лицевой. Накид. Одна лицевая. Две петли вместе лицевой. Накид, одна лицевая. Две петли вместе лицевой. И накид. По такой схеме вяжем до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли, которые будут вязаться лицевыми петлями. Протяжка. Снова 1 петля лицевая, накид, 1 протяжка. 1 петля лицевая, накид, 1 протяжка. Еще раз. 1 петля лицевая, накид, 1 протяжка. Дальше 2 петли лицевые. 2 петли вместе лицевой, накид, 1 петля лицевая. 2 петли вместе лицевой, накид, 1 лицевая. 2 петли вместе лицевой, накид, 1 лицевая. 2 петли вместе лицевой и накид. По такой схеме вяжем до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли, которые будут вязаться лицевыми петлями. Двадцатый ряд вяжем. Первая петля кромочная, вторая лицевая. Дальше вяжем по такой схеме. 10 петель изнаночных.
4 петли лицевые, 11 петель изнаночных. Снова 10 петель изнаночных. Четыре петли лицевые, 11 петель изнаночных. И так вяжем до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли. Последние 2 петли привязываем лицевыми петлями. Двадцать первый ряд вяжем. Первая петля кромочная, вторая лицевая. Дальше вяжем по такой схеме. 2 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка. Одна петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. Одна петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. Еще раз, одна петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. Две петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. Две петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. Две петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. Две петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. И снова повторяем. Две петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка. Одна петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. Одна петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. Еще раз, одна петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. Дальше 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. По такой схеме вяжем до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли. Последние 2 петли вяжем лицевыми петлями. Двадцать второй ряд вяжем. Первая петля кромочная, вторая лицевая. Дальше все петли ряда изнаночные, кроме последних двух. Последние 2 петли вяжем лицевыми петлями. Двадцать третий ряд вяжем. Первая петля кромочная, вторая петля лицевая. Дальше вяжем по такой схеме. 3 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка. Одна петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. Одна петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. Одна петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. Одна петля лицевая,
2 петли вместе. Лицевой 1 накид, 1 петля лицевая. Снова 2 петли лицевые, 1 накид, 1 петля лицевая. 2 петли лицевые, 1 накид и 2 лицевые петли. И снова повторяем 3 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка. Одна петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. Еще раз. 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 лицевая. 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 2 петли лицевые. По такой схеме вяжем до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли. Последние 2 петли вяжем лицевыми петлями. Двадцать четвертый ряд. Вяжем первая петля кромочная, вторая лицевая. И все петли ряда изнаночные дальше. Кроме последних двух, последние две петли вяжем лицевыми петлями. Следующий 25 ряд. Вяжу первая петля кромочная, вторая лицевая. Одна петля лицевая, накид, одна протяжка. Одна петля лицевая, один накид, одна протяжка. Одна петля лицевая, один накид, одна протяжка. Петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. Дальше 2 петли лицевые, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. 2 петли вместе лицевой, 1 накид. И повторяем снова. 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. Одна петля лицевая, один накид, одна протяжка. Одна петля лицевая, один накид, одна протяжка. Дальше 2 петли лицевые, 2 петли вместе лицевой. 1 накид, 1 петля лицевая. 2 петли вместе лицевой. 1 накид, 1 петля лицевая. 2 петли вместе лицевой. 1 накид, 1 петля лицевая. 2 петли вместе лицевой. 1 накид. По такой схеме вяжем до конца ряда, пока на спице не останется 2 петли. Последние 2 петли вяжем лицевыми петлями.
26 ряд, вяжу первая петля кромочная, вторая лицевая. И все петли ряда дальше до конца ряда изнаночные, кроме последних двух петель. Последние две петли вяжем лицевыми петлями. Провязала 26 рядов узора. Следующие 130 рядов буду вязать, так как вязала предыдущие 6 рядов. Повторяю из 21 по 26 ряд узора. Провязала еще 130 рядов узора. Дальше следующие 2 ряда буду вязать белой ниткой. В первом ряду нам нужно уменьшить вязание на 75 петель. Значит, вяжем так. Первая петля изнаночная, вторая лицевая. И дальше до конца ряда 2 петли вместе лицевой. Пока на спице не останется 2 петли. Последние 2 петли вяжем лицевыми петлями. Весь ряд вяжем 2 петли вместе лицевой. Следующий ряд продолжаю вязать белой ниткой. В этом ряду нужно убавить вязание равномерно на 7 петель. Приблизительно 9-10 петлю провязываем вместе. Дальше 14 следующих рядов буду вязать лицевыми петлями. Первых 2 ряда буду вязать розовой ниткой. Все петли ряда лицевые, розовая ниточка. Провязала 2 ряда розовой ниткой. Дальше следующие 4 ряда с 3 по 6 буду вязать снова лицевыми петлями, только уже белой ниткой. Следующие 4 ряда. Следующие 7 и 8 ряд продолжаю вязать лицевыми петлями, уже розовой ниткой. Провязала еще 2 ряда. Следующие с 9 по 12 ряд
Вяжем белой ниткой все петли ряда лицевые. Следующие два ряда продолжаю вязать лицевыми петлями, но уже розовой ниткой. 13-14 ряд вяжу розовой ниткой лицевыми петлями. Следующие 14 рядов буду вязать белой ниткой. В первом ряду для проймы рукава закрываем первые 5 петель. Дальше вяжем все петли ряда лицевые. Второй ряд тоже снова закрываем 5 первых петель для проймы рукава. И дальше вяжем все петли ряда изнаночные. Третий ряд вяжем. Первая петля кромочная, вторая петля лицевая. Дальше вяжем по такой схеме. Одна петля лицевая, накид, одна протяжка, девять петель лицевых, две петли вместе лицевой, один накид. И снова одна петля лицевая, один накид, одна протяжка. Девять петель лицевых. Две петли вместе лицевой, один накид. По такой схеме вяжем до конца ряда. Четвертый ряд. Все петли ряда изнаночные. Пятый ряд вяжем. Первая петля кромочная, вторая лицевая. Дальше продолжаем вязать. По такой схеме 2 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка, 7 петель лицевых,
2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая, и снова 2 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка, 7 петель лицевых, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. По такой схеме вяжем до конца ряда. Шестой ряд вяжем все петли ряда изнаночные. Седьмой ряд вяжем первая петля кромочная, вторая лицевая, дальше вяжем по такой схеме 3 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка, 5 петель лицевых, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 2 петли лицевые. И снова 3 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка, 5 петель лицевых, 2 петли вместе лицевой, 1 накид и 2 петли лицевые. По такой схеме вяжем до конца ряда. Восьмой ряд. Все петли ряда изнаночные. Пятый ряд вяжем первая петля кромочная, вторая лицевая, и дальше вяжем по такой схеме: 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка, 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка, 3 петли лицевые, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид. И снова повторяем: 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка, 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка, 3 петли лицевой, лицевые петли, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид. По такой схеме вяжем до конца ряда. Десятый ряд. Все петли ряда изнаночные. Одиннадцатый ряд вяжем первая петля кромочная, вторая петля лицевая, дальше вяжем по такой схеме: 2 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка, 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. И
Снова повторяем 2 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка. Одна петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка. Одна петля лицевая, 2 петли вместе лицевой. 1 накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой. 1 накид, 1 петля лицевая. По такой схеме вяжем до конца ряда. Двенадцатый ряд, все петли ряда изнаночные. Следующий 13 ряд вяжем: первая петля кромочная, вторая лицевая, дальше вяжем по такой схеме: 3 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка, 1 петля лицевая, 1 накид. Дальше двойная протяжка. Одну петлю снимаем, 2 петли провязываем вместе лицевой. Одеваем непровязанную петлю на провязанную. Дальше накид. 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид и 2 петли лицевые. И снова повторяем: 3 петли лицевые, 1 протяжка простая, 1 петля лицевая, 1 накид, двойная протяжка, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, накид и 2 петли лицевые. И так вяжем до конца ряда по такой схеме. 14 ряд, все петли ряда изнаночные. Следующие 28 рядов будем вязать лицевые и изнаночные ряды лицевыми петлями. Только будем чередовать нитку. Первые два ряда розовая нитка, следующие 4 ряда белая нитка и снова 2 ряда розовая нитка, 4 ряда белая нитка. Начинаем с розовой нитки. Все петли ряда лицевые. Провязала 28 рядов. Следующий ряд вяжем первых 25 петель лицевыми петлями. Провязала 25 петель лицевыми петлями. Следующие 11 петель закрываем для проймы горловины.
Закрыла 11 петель. Дальше до конца ряда вяжем все петли лицевые. Дальше продолжаем вязать две части раздельно. Вяжем правую сторону белой ниткой. Все петли ряда лицевые. Следующий ряд вяжу розовой ниткой. Первые две петли провязываю вместе лицевой. И дальше до конца ряда все петли лицевые. Следующий ряд продолжаем вязать розовой ниткой все петли ряда лицевые. Следующие 14 рядов. Следующие 14 рядов вяжем лицевыми петлями. Лицевые изнаночные ряды лицевыми петлями. Начиная вязать белой ниткой, чередуем 4 ряда белой ниткой, 2 ряда розовой. Начинаем с белой. Следующий ряд продолжаем вязать белой ниткой. Закрываем первые 10 петель. Остальные петли провязываем до конца ряда лицевыми петлями. Следующий ряд продолжаю вязать белой ниткой. Все петли ряда лицевые. Следующий ряд закрываем все петли. Провязала правую сторону. Дальше вяжу левую сторону аналогично правой. Связала вперед. Дальше буду вязать заднюю часть платья. Для этого на спице набираем 154 петли
и вяжем 142 ряда так, как вязали вперед, в той самой схеме. Розовой ниткой набрали 154 петли и вяжем первые 4 ряда лицевыми петлями розовой ниткой. Провязала 142 ряда. Дальше вязание делим на 2 части по 77 петель. Будем вязать отдельно правую сторону и левую сторону. Продолжаем вязать следующий ряд узором, которым вязали. Вязала 73 петли, последние 4 петли будем постоянно вязать изнаночные и лицевые ряды лицевыми петлями. Это будет планка для пуговиц. Переворачиваем вязание, вяжем изнаночный ряд. Первые 4 петли вяжем лицевыми петлями. Дальше изнаночные петли. Таким же узором продолжаем вязать еще 42 ряда. В 20 и 40 ряду делаем отверстия для пуговиц. Провязала 42 ряда еще. Дальше следующие 2 ряда буду вязать белой ниткой лицевыми петлями. В первом ряду скорачиваем вязание, уменьшаем на 35 петель. Но последние 4 петли будем провязывать лицевыми петлями. Следующий ряд, второй ряд, вяжем дальше опять же лицевыми петлями и уменьшаем его на 2 петли равномерно, чтобы получилось у нас осталось всего 40 петель на спице. Следующие 14 рядов продолжаем вязать лицевыми петлями. В 13 ряду делаем петельку для пуговички. 14 рядов вяжем так. Первые 2 ряда лицевыми петлями розовой ниткой. Следующие 4 ряда белой ниткой. И снова 2 ряда розовой ниткой. Первый и второй ряд вяжем розовой ниткой лицевыми петлями.
Провязала 14 рядов, и следующие 14 рядов будем вязать узором, которым вязали вперед. Только для начала первые 5 петель закрываем для проймы рукава. Закрыли 5 петель, дальше вяжем все петли ряда лицевые. Первый ряд узора, все петли ряда лицевые. Второй ряд, вяжем первые 4 петли лицевыми петлями, остальные петли до конца ряда изнаночные. Третий ряд вяжем, первая петля кромочная, вторая лицевая, дальше вяжем по такой схеме. Первая петля лицевая, один накид, одна протяжка, 9 петель лицевых, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, и снова 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка, 9 петель лицевых. Две петли вместе лицевой, один накид, остальные все петли до конца ряда лицевые, все петли ряда изнаночные, кроме первых 4 петель. Первые 4 петли лицевые, дальше все петли ряда изнаночные. Пятый ряд. Первая петля кромочная, вторая лицевая. Дальше вяжем по схеме. 2 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка, 7 петель лицевых. Две петли вместе лицевой, один накид, одна петля лицевая, снова 2 петли лицевые, один накид, одна протяжка, 7 петель лицевых. Две петли лицевые, один накид, а лицевая. Остальные петли, все петли лицевые до конца ряда. Шестой ряд вяжем. Первые 4 петли лицевые, все остальные петли до конца ряда изнаночные.
Седьмой ряд вяжем. Первая петля кромочная, вторая лицевая. Дальше по такой схеме 3 петли лицевые. Один накид, одна протяжка. Пять петель лицевых. Две петли вместе лицевой. Один накид, две петли лицевые. Снова три петли лицевые. Один накид, одна протяжка, пять петель лицевых, две петли вместе лицевой, один накид. Две петли лицевые. Дальше все остальные петли до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Восьмой ряд. Все петли ряда изнаночные, кроме первых четырех петель. И лицевые. Девятый ряд вяжем. Первая петля кромочная, вторая лицевая. Дальше вяжем по такой схеме. Одна петля лицевая, один накид, одна протяжка. Одна петля лицевая, один накид, одна протяжка. Три петли лицевые. Две петли вместе лицевой, один накид, одна петля лицевая, две петли вместе лицевой, один накид. И снова одна лицевая петля, один накид, одна протяжка. Одна лицевая петля, один накид, одна протяжка. Три петли лицевые. Две петли вместе лицевой, один накид, одна петля лицевая, две петли вместе лицевой, один накид, одна петля лицевая. Все остальные петли до конца ряда лицевые. Десятый ряд вяжем. Первые четыре петли лицевые. Следующие петли до конца ряда изнаночные. Одиннадцатый ряд вяжем. Первая петля кромочная, вторая лицевая. Дальше по такой схеме. Две петли лицевые. Один накид. Одна протяжка. Две петли лицевые. Одна петля лицевая. Один накид. Одна протяжка. Одна петля лицевая. Две петли вместе лицевой. Один накид. Одна петля лицевая. Две петли вместе лицевой. Один накид. Одна петля лицевая. И снова две петли лицевые. Один накид, одна протяжка. Одна петля лицевая. Один накид, одна протяжка. Одна петля лицевая. Две петли вместе лицевой. Один накид. Одна петля лицевая. Две петли вместе лицевой,
1 накид, 1 петля лицевая. Остальные петли до конца ряда вяжем лицевыми петлями. 12 ряд вяжем первые 4 петли лицевые. Все остальные петли ряда изнаночные. Тринадцатый ряд вяжем. Первая петля кромочная, вторая лицевая. Дальше 3 петли лицевые. Один накид, 1 протяжка. 1 петля лицевая. 1 накид. Двойная протяжка. Одну петлю сняли, 2 петли вместе лицевой. Провязываем. И снятую петлю одеваем на провязанные петли. Снова 1 накид. 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид и 2 петли лицевые. И снова 3 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка, 1 петля лицевая, 1 накид, двойная протяжка. Один накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид и 2 петли лицевые. Остальные петли до конца ряда вяжем лицевыми петлями. 13 ряд вяжем первые 4 петли лицевые, остальные все петли ряда изнаночные. Следующие 46 рядов буду вязать изнаночные лицевые ряды лицевыми петлями. Только будет чередоваться нитка. Первые 2 ряда розовая нитка, следующие 4 ряда белой ниткой. И снова 2 ряда розовой ниткой, 4 ряда белой ниткой. Первые 2 ряда лицевые петли, розовая нитка. В шестом ряду, в 26 ряду и в 45 делаем отверстие для пуговичек. Провязала 45 рядов, в 46 ряду закрываем первые 10 петель. Дальше ряд вяжем лицевыми петлями белой ниткой. До конца ряда лицевые петли. 47-48 ряд продолжаем вязать белой ниткой. Все петли ряда лицевые.
49 ряд, все петли ряда закрываем. Левую часть платьичка, спинку довязываем зеркально правой стороне. Закрываем все петли. Так, довязала левую часть спинки. Дальше буду вязать рукавчик. Для этого на спице розовой ниткой набрала 48 петель. Первых 26 рядов буду вязать все ряды лицевыми петлями, только буду менять нитку. Первых 2 ряда розовая нитка, следующие 4 ряда белая нитка и снова 2 ряда розовой ниткой, 4 ряда белой. Все петли рядов лицевые. Провязала 26 рядов лицевыми петлями. Следующий ряд буду вязать белой ниткой лицевыми петлями. Но нужно равномерно добавить 10 петель. Через 5-4 петли делаем накид. Следующий ряд вяжем все петли ряда изнаночные. Следующие 12 рядов буду вязать узором. 12 рядов будут вязаться белой ниткой. Вяжем по такой схеме. Первая петля кромочная. Одна петля лицевая, один накид, одна протяжка. 9 петель лицевых. 2 петли вместе лицевой, 1 накид и снова повторим. 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка, 9 петель лицевых, 2 петли вместе лицевой, 1 накид. По такой схеме вяжем до конца ряда. Второй ряд узора вяжем все петли ряда изнаночные. Третий ряд вяжем. Первая петля кромочная. Две петли лицевые. Один накид, одна протяжка.
7 петель лицевых. Петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. И снова повторяем 2 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка, 7 петель лицевых, 2 петли вместе лицевой. 1 накид, 1 петля лицевая. По такой схеме вяжем до конца ряда. Четвертый ряд узора. Все петли ряда изнаночные. Пятый ряд узора, первая петля кромочная, 3 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка, 5 петель лицевых, 2 петли вместе лицевой, 1 накид и 2 петли лицевые. И снова 3 петли лицевые. 1 накид, 1 протяжка. 5 петель лицевых. 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 2 петли лицевые. По такой схеме вяжем до конца ряда. Шестой ряд узора вяжем все петли ряда изнаночные. Седьмой ряд вяжем. Первая петля кромочная, 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка, 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка, 3 петли лицевые, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид. И снова 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка, 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка, 3 петли лицевые, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид. И так вяжем до конца ряда. Восьмой ряд вяжем все петли ряда изнаночные. Девятый ряд узора вяжем. Первая петля кромочная, 2 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка, 1 петля лицевая, 1 накид, 1 протяжка, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. И снова повторяем 2 петли лицевые. 1 накид, 1 протяжка. 1 петля лицевая. 1 накид, 1 протяжка.
1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 петля лицевая. По такой схеме вяжем до конца ряда. 10 ряд узора, все петли ряда изнаночные. Двенадцатый ряд узора вяжем. Первая петля кромочная, 3 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка, 1 петля лицевая, 1 накид и двойная протяжка. Один накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид, 2 петли лицевые. Снова повторяем. 3 петли лицевые, 1 накид, 1 протяжка, 1 петля лицевая, 1 накид, двойная протяжка, 1 накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой, 1 накид и 2 петли лицевые. По такой схеме вяжем до конца ряда. 12 ряд узора, все петли ряда изнаночные. Дальше будем вязать, все ряды будут лицевыми петлями. Первых два ряда вяжем розовой ниткой. Все петли ряда лицевые. Первый ряд. Второй ряд продолжаем вязать розовой ниткой лицевыми петлями. Но для начала закроем первые три петли. Закрываем 1 петля, 2 петли, 3 петли. Дальше продолжаем вязать лицевыми петлями до конца ряда. Третий ряд вяжем белой ниткой. Все петли ряда лицевые, но для начала закрываем первые три петли. 1 петля, 2 петли, 3 петли. Продолжаем вязать лицевыми петлями до конца ряда. Четвертый ряд продолжаем вязать белой ниткой, закрываем первые три петли. И продолжаем вязать все петли ряда лицевые. Продолжаем вязать белой ниткой. Пятый ряд. Закрываем первые три петли. До конца ряда вяжем лицевыми петлями. Шестой ряд вяжем
белой ниткой. Для начала закрываем первые две петли. И дальше продолжаем вязать лицевыми петлями до конца ряда. Седьмой ряд вяжем розовой ниткой. Для начала закрываем первые две петли. И вяжем до конца ряда лицевыми петлями. Восьмой ряд. Продолжаем вязать розовой ниткой. Закрываем первые две петли. И продолжаем вязать лицевыми петлями до конца ряда. Девятый ряд. Вяжем белой ниткой. Для начала закрываем первые две петли. До конца ряда будем вязать лицевыми петлями. Десятый ряд продолжаем вязать белой ниткой все петли ряда лицевые. Следующие 28 рядов буду вязать лицевыми петлями, изнаночные лицевые ряды, и чередовать нитку. 2 ряда розовой, 4 ряда белой ниткой. 2 ряда розовой, 4 ряда белой ниткой. В каждом четвертом ряду с обеих сторон буду закрывать по одной петле. Провязала 28 рядов, 29 ряд, все петли ряда закрываю. Вот и готов рукав. Второй рукав вяжем аналогично. Связала еще один рукавчик. Теперь буду сшивать платьице. Сначала буду делать плечевые швы, потом сшивать рукав, потом закрывать бока.
вот такое платьечко у меня получилось, когда сшила. Теперь по пройме горловины набираем 70 петель белой ниткой. Набрала 70 петель и буду вязать первый ряд, все петли ряда изнаночные. Второй ряд вяжем все петли ряда лицевые. Третий ряд буду вязать изнаночными петлями, четвертый ряд лицевыми петлями и пятый ряд изнаночными петлями. Шестой и седьмой ряд вяжем все петли ряда изнаночные. Седьмой ряд вяжу лицевыми петлями. Девятый изнаночными, десятый лицевыми петлями. Провязала 10 рядов, следующий ряд все петли ряда закрываю. Закрыла все петли ряда. Дальше получившийся манжетик складываю пополам и пристегиваю стежками с внутренней стороны. Вот такой манжетик получился горловины. Теперь пришила еще пуговички сзади. Платьице готово.